Расул Гамзатов написал стихотворение. Вор на воре, гора на горе. То есть везде все воруют. Страна воров. Особенно это красочно описывает Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. Если в Первую мировую войну среди пленных самая низкая часть, процент был воровства у русских, то во вторую все вместе государства не имели столько воров. Почти 96%, кажется, воровали. Вот так людей научили. И поэтому приходится все прятать. Мы когда уезжали из лагеря с стана, пастухи были прямо рядом с нами, мы старались ночью, когда пастухи спят, а это метров, допустим, 50 от нас, избушка их была. Вот сейчас к тебе укладывают, это весла и пояса, против, чтобы не утонуть. Не знаю, как их назвать-то. Спасательные или как? Спасательные жилеты. Да. И мы прятали в разных местах. А днем здесь вокруг крапива растет. Вот это я показываю крапиву. 6 разных подвалов сделали. И одна подземная церковь была. Фактически 2. И когда говорят о катакомбных церквах в России, то поминают и нас. А мы уезжали, когда приезжали сотрудники компетентных органов КГБ. Везде все искали. Обувь как-то мы сожгли, старая, ненужная, и зарыли. И они нашли это. Ну, видят, что земля не такая, копнули, а там пепел. А здесь мы делали большая навозная куча, в навозной куче подвал. И сверху замуровывали, входа нигде нету. Старые сухие эти, ломали веточки конопли, крапивы, втыкали, как будто там что-то растет. Но они это быстро находили. И находили, где вход. И, ну, что там зашли они, нашли? Нашли дрова. Дрова маленько выкинули. Ну, поленья. А за ними лежат повдоль бревна. Ну, что бревна? Лень, они ленивые. Я всегда говорил. Ну, а если бы? А если бы они их вытащили, а их надо вытаскивать было. Бревно к бревну, да в 2 слоя. Если вытащили бревна, то под ними земля только, и все. Если бы они щупом начали прощупывать, везде твердое. Мы так делали, вход в одном месте, а доски лежали везде. Ну, доски есть, они нашли, но в самом дальнем углу, там вход был. Если доски приподнять, это надо было землю убирать, а ее там убирать некуда, да вряд ли они бы это сделали, то они увидели бы лаз, шурф, под землю глубоко идет. Ну и открыли бы. Ну открыли, а там картошка лежит. Ну картошку надо выгребать. А что она будет выгребать? Да ничего не сказать. Картошку прячут. Но вот дальше это самое интересное. Картошку когда выгребали, то оказалось, что у этого колодца, у шурпа одна стенка поворачивалась. Там такая хитрость была сделана. Ну, мудрость, так назовем. И открывался тоннель. Там светильники по краям можно было зажигать. И там в лагере стояла русская печь. Она и сейчас стоит в музее, в комплексе для бедных лагерей, который превратился в лагерь, в которую. И вот они никогда бы этого не нашли, кажется так. А вот с детьми мы днем уходили, в 6 местах рыли одновременно. Дети завязывали сами себе глаза, кто желание изъявлял. И когда заходили, они нигде не могли видеть себя. Вокруг лес, крапива. И начинали помогать рыть. Ребята здоровые были из армии. Девчата на выдане. То есть, ну, в среднем 108-109 человек. Вот это только верхняя часть. Потом чего только не накладывается еще. Вот так. А пастухи спят, ничего не знают. В другом месте у нас было и в кино. Это все в кино снято. Кино, кажется, занявшее первое место в России в документальных фильмах. Вот. Там продукты хранили, спать можно было, ждали священников, когда. А в одном месте, когда сделали все, так подвели, что был вход через кротовую нору. Кротовую, говорю, это ворсущая нора. Большая такая была. И в нее надо было медленно проползать. И так оказался вот в этом дворце.
И все там показано. Все.